Всем-ку. Наша, продолжаем наше прохождение. Так, идемте посмотрим, что у нас в том замке. Только давайте, наверное, немножко подготовимся. Посмотрим, какие мы с вами сможем сделать себе гранатки-то. Разрывной болт. Давайте, наверное, разрывного болта сделаем. И, в принципе, все. Больше ничего сделать не можем. Так что давай берем дробовик, заряжаем и пошли. Хотя бы, наверное, я дробовик бы оставлял бы себе на боссов. Ну ладно. Так, хорошо. Надеюсь, там будет на дробовичок, да? Нет. Чисто на этот, как его, на пехоль. Окей. Так, а тут? А тут у нас пусто. Пусто-пусто. Блин, надеюсь, сейчас тут жесткого типа не будет никакого. Так, давай, используем по максимуму. Ага. У кого-то оружие появилось. Блин, будет прикольно, если сейчас у замков будут стволы. Так. Ты в порядке? В голове гудит. Мне казалось, она сейчас лопнет. Но сейчас я уже к этому привык. А где Кидман? Не знаю. Я очнулся здесь. Наверное, потерял сознание. Или снова стал... Потерял сознание, очнулся гипс. Да-да, мы это с вами уже проходили. Внутрь, живо. Да ладно. Даже интересно посмотреть, кто это. А, это просто зомбаки. Еще одна? Открой дверь. Я открываю. Подожди немножко. Черт. А у нас нету этого немножко. А у нас нету этого немножко. Так, сжечь. А куда ты пошла? Алло. Алло, мадам. Я, конечно, все понимаю, но куда ты пошла? Все, шикарно. Так, предлагаю поменять оружие на дробовик. Так, думаю, будет более надежней, да? Тем более, вроде бы, что-нибудь с них выпадает. Я их надолго не задержу. Еще чуть-чуть. Прикрывай меня. Так, бонжур. Хорошо. Отлично. Так, сжечь. Тихо, 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 нет, 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 нет. Отстань. Хватит, хватит обнимашек. Стой, 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 во, красиво. Есть, идем. Все, идем. Блин, жалко, я там не залутался дальше. Так, о, паночка с вареньем. Сколько у нас? 1900. Маловастенько. Реально маловастенько. Что это? Креаболт. Ага, замораживает, да? Понял. О, здорово, мадам. Как оно? Ой, ё-моё. Ага, мне то есть надо будет с вами дальше разбираться, да? Так, надеюсь, у нас хватит спичек и патрошков на них всех.
Тихо. Донде стала библиотека? С ловушкой я разберусь, а ты задержи их. Да пытаюсь, как видишь. Их вдвое больше. Вижу время, на жалобу у тебя есть. Тихо, погоди. Все, занимайся ловушкой. Занимайся ловушкой. Занимайся ловушечкой, а я попробую их отвлечь. Ага, спичек у нас с вами нету уже, да? Так, это что это? Дробовик? Все. До побачення. Не, только не полностью. Только не полностью, пожалуйста. Блин, отпадло. Загнал себя в угол. Во. Хорошо. Так, лежать. Угу. Так. Как же ж медленно оно все делается. Все. До побачення. Похоже, мы выбрались. Отдохнем немного. В таком темпе мы долго не протянем. Я думаю, отсюда нужно убираться как можно скорее. Может, на башню? Оттуда мы сможем все рассмотреть. Все лучше, чем оставаться здесь. Может, на самолеты полетели отсюда? Ля, ребят. Снайперская винтовка. А ну. Да ты шо? Вообще, какая помоечка. Так, давай посмотрим. По-моему, да, у нас здесь две штучки. Хорошо. Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут. Много. Я уверен, что много. Так, а это что у нас? Нельзя взаимодействовать? Нет, нельзя взаимодействовать. Ладно. До побачення. Лях, тут топориком меня кидают. Бонжур. Ха! Жесть. Какой бесполезный топорик. Так, а мы можем это просто все пробежать? Боеприпасов нет. Угу. Так, донде стала библиотека? Хорошо. Ой! Ага, это эта штука, да? Пи-пи-пи-пи-пи. Все, хорошо. Не, наверное, мы их тратить не будем. Хотя и так мы уже с вами их потратили. Так, больше ничего, да, сможем сделать? Просто обычные болты, ладно. Будем, значит, использовать пехоль. Значит, просто будем использовать пехоль. Все? Ну, лежи, отдыхай, зачем? Всё. Припасов нет. Серьезно? И что делать? Что нам делать? У нас всего лишь два патрошка. Смотрите, они стреляют сверху. Жесть. Ну все, это конечное, походу. Нужно уничтожить походу всех. Это конечное. Ну так давай. В чем проблемка? Бонжур.
Так, ага, что у тебя? Я подобрал топорик, да? Топорик это, конечно, хорошо. А как мне его бросать? Ладно. Выбрось. Как его выбрось? Как? Блин, у меня 5 штучек есть, конечно, но... Такое себе. Так, мы что-то с вами включили. Отлично. Патрошки есть. Давай зарядим. Не факт, конечно, что нам хватит этого всего. Тихо. Но лучше так, чем тратить патрошек. Давай, захилимся. Еще захилимся. Все, шикарно. Так я не понял, куда нам бежать с вами нужно, если честно. Слышу музыку. Возможно, мы можем зайти тут сохраниться, да? Но, наверное, нам это не надо. Тем более, варенья у нас с вами очень мало. Так, привет. А ты что стоишь здесь? Ты не хочешь мне помочь, не? У тебя нет такого желания? Алло. Так, это кто? Это что? Что тут подобрать можно? Подобрать топорик. Нет, топорик нам не нужен. А если мы просто с вами побегаем? Если мы просто с вами побегаем. Так, а дай-ка мне снайперку, дай посмотреть, откуда они вообще это все делают. Так, беги, нас обстреливают. Ага, вот, вижу тебя. А ну еще раз. Давай. Теперь мы сможем спокойно пройти. Минус Если один. Если не ликвидируем других стрелков, у нас нет шансов. Думаешь? То есть мне сейчас стрелять нужно будет, да, в них? Так, ну с этим мы и так разберемся. Я думаю, с этой мы так. Разберемся с ними. Так, ага. А ты не хочешь мне помочь вот этого вот майкнуть? Все, сжечь. Сжечь. Все, тихо, братиш. Ё-моё, я упал. Да что ж такое, что ж так не везет. Ага, нет. Ну и все. Это конечное. Это, ребят, конечное. Так, жишка. Давайте попробуем со снайперки разобрать его. Только сейчас сначала с этим разберемся. Так, а прикрой меня, пожалуйста. Прикрой меня, пожалуйста. Давай, открывай. Хорошо. Так, красавчик. Красавчик лучший. Так, побежали. Ну, перепрыгни. Не? Не хочешь? Так, минус один. Минус второй. Так, а этот снайпер не хочет? Еще раз. Давай посмотрим, куда и нам... Ага, вижу, куда. Попробуем сюда пройти. Побежали.
просто они отовсюду нападают, и тут не поймешь, кажется, что они от нас хотят. Так, давай еще раз. Справа никого нету, есть. Все, минус. Помогай. Помогай, помогай, помогай. Все. Так, я таки извиняюсь, но я, наверное, просто пробегу этот весь момент. Ну как пробегу? Пройду, потому что мы бегать с вами не умеем. Угу, там еще один, да? По нам стреляет. Ага. Подпалил, проверяй. Бонжур. Так, а дай мне тут потрошки, пожалуйста. Ну давай, открывайся. Открывайся и стреляй в меня полностью. Не попал. 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 Что-то мне плоховато. Так, ты это прекращай. Нам еще с ними разбираться. Ну. Нам последнюю штуку нужно уничтожить. Во, наконец-то. Ой-ё, боеприпасов нету. Беги, беги, беги. Так, давай его подхилим. Давай, 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 давай. Все, хорошо. Почему оно не открывается конкретно вот в этом месте? Что за бред? Что у меня здесь? Есть что-то? У меня тоже по нулям, кроме заморозки. Но заморозка, я думаю, тут явно не пригодится нам, да? Давай, бонжур. Хорошо. Не, топорик нам не нужен. Нам нужна снайперка. И побежали. Блин, а я его не вижу. Самое интересное, что я его не вижу. Ну, откройся, пожалуйста. Все, есть. По факту все. Теперь путь к башне открыт. Думаешь? Так, может, ты мне поможешь немножечко? Ты там помашешь своим топориком. И... Все, хорошо. Ой-о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 й. Ой-ой-ой. Все, хорошо. Так, топорик мне не нужен. Мне нужны потрошки. Пожалуйста, пожалуйста. Во, дробовичок. Ага. Жесть. Ты что, издеваешься? Беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно, наверное... Нам нужно, наверное, вот так сделать. И припасов нет. Ну и все. Ну и все, ну и все. Это конечное. Это конечное, ребят. А нет, мы справились. Идем осторожно. Мы реально кто справились. Знает,
О! Патрошки на револьвер. Давай зарядим. Лифт стоит на верхнем этаже. Будем искать другой путь. Да, давай. Только давай, наверное, с тобой мы подхилимся. Давай с тобой. Ага, все. Подхилились, проверяй. Зато у нас, по-моему, вот в чем было дело. 7 косарей мозгов осталось. За это. Да, 7400. Возможно, мы даже что-то прокачаем. А если бы у меня спичек не было? Ну все. Что-то у тебя помощник вообще никакой, я смотрю, да? Все приходится самому делать. Так, 7700, отлично. И дай угадаю, сейчас на нас опять будет нападать, да? Как думаешь, у Кидман все в порядке? Мне не нравится, что они использовали ее как приманку. Такое чувство, что с нами играют. Держись. Осталось немного. Да, осталось совсем чуть-чуть, я на это надеюсь. Давай, супер-пупер-босс, на которого у нас нету ни патрона, ничего. Их только двое. До побачения. Нет, подожди. Ой, придурок, и зачем ты сюда пошел? А, перепрыгнуть, как обычно, мы не сможем, да? Джозеф. А напарники у меня прям как в PUBG. Один лучше другого. Ладно, зато... Зато есть... На снайперку... Я так понимаю, нужно будет со снайперкой работать, да? Насколько я понял. Все, минус один. Ну, я ж успел. Алло, игра. Но. Алло, игруля, я ж успел стрельнуть. Ты чего? Ты издеваешься? Ну вы же видели, я выстрелил. Ага, понял. Игра посчитала, что я не выстрелил. Ладно, ладно. Так, где ты? Алло. Ага, вот иди. Все, отлично. А вот сюда и мы допрыгнем, да? Ты в порядке? Спасибо, что ответил. Я в порядке, не беспокойся. Ну так давай, помоги мне перебраться на другую сторону. Все, красавчик, только не зашиби меня, пожалуйста. Во, умничка. Но... Не нужно было меня спасать. А? Какого черта? Это просто вопрос времени. Не трать патроны, придурок. Так будет лучше. Какого хуя? Тебя все равно не мэкнуть, а так бы пульку потратил бы, которая могла пригодиться.
О, здорово. Как оно? А вы, наверное, перепрыгнете, да? А, они пошли по тому же пути. Они пошли же по тому же пути, как и мы пошли. Я понял. Умнички мы. Молодцы, что они убрали. Все, минус один. Сжечь. Так, пожи. Все, хорошо. До побачення. Ты что, издеваешься? Слышь, засунь себе свой топорик, знаешь куда? Боеприпасов нет. Сейчас я тебя скоряка. Твою бестолковку. Все, хорошо. Ну что, ты открыл там или нет? Скорее, сюда! Да бегу, пойди. Все, до побачення. Джозеф, ты в порядке? Джозеф, ты в порядке. Ты в порядке, Джозеф. Я... Да. Ну и раз ты в порядке, то давай, вперед пошли. Пора уже заканчивать с этими монстрами. Так, забрать. Что там? Ага. Баночка с вареньем. Во, и гранатка, по-моему. А можно пройти, пожалуйста? Это хорошо. Наверное, сейчас будет опять какой-то тут босс, раз нам тут насыпают и патрушков. Смотри, сколько. И всего. Так, давай перезарядим ствол. Сейчас, одну секундочку. Кажется, я их чую. Возможно, они рядом. Так. Не нагнетай, погоди. Погоди, не нагнетай. Во, а не могло быть вот это похоже, вот такое какой-то рынок. Количество патронов. Здесь тоже никого. Да погоди. Не будем задерживаться. Сейчас придут. О. Кажется, погоди, сейчас придут. Так, ты кто? Отец был человеком суровым, гордым и, как я думал, умным. Но еще он был благочестивым, верующим. Чтобы не писали газеты, он был на стороне церкви, отмахивался от обвинений, словно... Так. Отлично. Спасибо за информацию. Она принимала всех. И жалких крыс, и суровых мужчин. Им обещали спасение и вечную жизнь. Но она не обещала ничего, что я не мог бы от нее. Конечно, очень интересная история. Так, отойди, пожалуйста. Крис, отойди, пожалуйста. Я пройду. Не знаю, к чему нас готовят, что нам столько много всего дают, но... Походу явно к чему-то не очень хорошему. Так. Баночка с мозгами. Побежали. Конечно, мне с тобой придется сейчас сражаться. Как думаешь, где мы? Скорее уж не где, а когда.
Дома какие-то средневековые. Да, но тут электричество, лифты. Так не бывает. Будто чьи-то отрывочные воспоминания. Ну, мы будем идти. Во. Наконец-то. Так, возьми в руки лучше дробовик. Так, ребят, это он варенье переел, так что не обращайте Черт. Внимания. Давай зайдем сюда. Чисто под Карлсона косил. Занимаешься все тем же, Сэп? После того случая? Ну, пистолет к виску я не приставлял. Нет, конечно. Просто потихоньку лез в бутылку. Все мы не ангелы. Работе это не мешало. Но ты же читал рапорт ОВР. Я пожаловался на тебя не потому, что боялся за работу, Себастьян. А почему тогда? Некогда разбираться. Мне нужен напарник. Я рассчитываю на тебя. Так, где-то играет музыка. Значит, мы сможем с вами прокачаться. Нашел еще какой-то фрагмент. Нашел что-нибудь? Так, спички. Возможно. Тут сплошь какие-то символы. Сектанты, что ли? Может пригодиться. Да, давай, пока месь. Я вроде в порядке. Пойдем дальше. Так, ну раз в порядке, значит... Идемте попробуем выносливость прокачать. Если получится. Надеюсь, что нам 8 косарей должно хватить на это все. Так, ты пока нас подожди здесь, а мы... А мы с медсестрой пока прокачаемся, да? Так, пошли. Интересно, нет ли у меня ключика? Ключика у меня нет. Я не знаю, где их искать, эти ключики. Ну и ладно. Бонжур. Шо ты, в порядке? Я тоже, спасибо. Идем. Надо прокачивать выносливость, потому что с этим бегом... Так, максимальное. Во, отлично. 8 секунд мы теперь можем с вами бегать. У нас осталось 1200. Что мы можем? Скорострельность, время перезарядки, емкость магазина. Критический урон. Ага, больше ничего не можем. Окей, ладно. Тогда не будем тратить. Сейчас сохранимся. И пойдем дальше. Так, бонжур. Давай на то же самое. Все, хорошо. Побежали дальше. Отлично. Так, а дай пройти, пожалуйста. Дай, пожалуйста, пройти. Так. Ага, да, можем теперь бегать. Более-менее нормально. Погоди. Сейчас я залезу и попробую осмотреться. Погоди. Ты в порядке? Да. Бери снайперку. И прикрывай нас. Так, ага. Сейчас надо будет пройти лабиринт, да? С монстрами. Эй, это же Кидман. С кем это она? Пути противный.
Смотри, что я нашел. Вроде должно еще стрелять. Иди вперед, я тебя прикрою. Да, давай. Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть не упал. Ты что, издеваешься? Так, а как мне пройти? В укрытие! Они вооружены! Так, а как мне... пройти? Ой-о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 й. А я могу чуточки быстрее идти, чуть-чуть-чуть, слегка так, чуточку быстрее можно идти. Спасибо. Тибастер, ты должен выйти на тропинку, которая ведет к церкви. Иди а вперед, я по-твоему что делаю? Прикрывай, молодец. Так, я, может, не буду с ними сражаться, пусть он нас прикрывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И зачем ты это сделал? Не-не-не-не-не-не-не. А ну стой. Ой, а что ты делаешь, Арчи? Я хотел поджечь, блин, и там баночка была с мозгами. Все-все-все-все-все. Алло, а ты прикрыть меня не хочешь? А, их тут двое, бля, ребят. Их тут двое, прикольно. И что мне с ними делать? А у меня гранат нету? Есть. Так, а ну, донде стала библиотека? Встань. Встань и беги. Так. А я здесь не могу использовать оружие. Была бы неплохая отмычка. Я сам с ними не справлюсь. Да справись, я в тебя верю. Ну? Это твой шанс, прикончи его. Давай, 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 стой. Стой, поджечь, поджечь, поджечь. Я его поджог. Все, все, все. До побачення. Давай, сжечь, сжечь, сжечь. Черт, тупик. Поищу другой маршрут. Встретимся у коней. Давай. Встретимся сюда. У коней. Погоди, сюда, да, я залутаюсь более-менее. Что тут осталось? Ага. Встретимся у коней типа сюда или... Да. Сюда. Так, записка. Спасибо. Но? Погоди. В том доме что-то было написано про коней. Сейчас посмотрю в блокноте. Бля, сломал ножку. Думаю, нам вниз. Видимо, да. Жесть. Это мы по воспоминаниям, получается, проходим, правильно я понимаю? Ага, прикольненько, еще от меня хотят. Так, сюда ничего не надо вешать, не? И что от меня хотят, скажите, пожалуйста. Так, слышь, малыха. Что ты от меня хочешь, что ты меня сюда призвала? Давай, наверное, мы с тобой сейчас сохранимся по-быстрому. А в следующей серии мы уже продолжим